Всем привет, меня зовут Юля, и я очень рада видеть вас на своем канале. Как я и предполагала, мое видео с книжными полками очень растянулось, поэтому мне пришлось его разделить на две части, и это вторая. Если вы еще не посмотрели первую, наверное, лучше вернуться к ней, там я рассказываю какую-то предысторию, а мы продолжаем путешествовать по моим книжным полкам дальше. Ну что, продолжаем разбираться, что у меня на полках. Эту я обычно называю энциклопедической, потому что вы сами можете увидеть, что здесь много энциклопедий и всяких хрестоматий, каких-то карточек про животных. Вот это, кстати, была моя самая любимая. Мне ее подарила моя прабабушка. Здесь, наверное, должна быть какая-то надпись, да, когда мне было 7 лет. Самый мой любимый раздел, самый первый, динозавры. Я просто все здесь знала наизусть, кого как зовут, кто как выглядит. Мне кажется, она очень здорово устроена, потому что здесь есть, например, вопрос, почему некоторые птицы совершают перелеты, и дальше дается на него ответ. Почему черепахи уходят на сушу, почему отрывается хвост у ящерицы, чем питаются зайцы и кролики зимой. И вот такие замечательные иллюстрации. Я все никак не приспособлюсь красиво вам показывать книги. Может быть, вот так лучше. Вы уж меня извините. Такое видео со мной случилось в первый раз. Вообще, энциклопедии были одними из моих любимых книг. Когда я стала постарше, мне стали дарить вот такие экземпляры. Я никогда бы не могла подумать в 14-15 лет, когда получила эту книгу. Кстати, не подарили и не подписали. Не делайте так. Подписывайте книги, когда дарите. Людям потом очень приятно что-то читать. Так вот, когда мне подарили эту книгу в 14-15 лет, я в жизни не могла бы подумать, что когда мне будет 21, я увижу это все своими глазами, представляете? Никогда бы не подумала, что поеду в Дрезден и побываю в этой галерее. У меня вообще с искусством не то чтобы очень хорошо, но на красивое я посмотреть люблю. Это, кстати, шоколадница, и, ну, картина так называется. К ней была самая большая очередь в музее вообще из всего, что там было представлено. Еще культовая абсолютно книга для меня. Это... Ой! Ой! Порвала чуть-чуть даже. Нет! Нет, это здесь было порвано, на самом деле, видно. Заклеено. А вот эта культовая книга. Тонюсенькая, тонюсенькая. Но здесь есть какие-то базовые представления о разных греческих и римских богах. У меня отсюда началась любовь к мифологии. Кстати, в этом году она как-то заново проснулась. Я там накупила себе соответствующих книжек. Покажу вам в непрочитанном, что я накупила по мифологии. Вот. «Морской бой», посмотрите, я играла. А в детстве я тоже знала абсолютно вообще всех этих товарищей наизусть. Просто меня можно было разбудить в любое время дня и ночи. А так здесь, в общем-то, все стандартно. Незнайка на Луне, Незнайка в солнечном городе. Вот, кстати, уже потом появилась большая книга, вот такая объемная, «Мифы Древней Греции». Еще из важных книг это, пожалуй, вот эта серия про известных людей. Тоже, в общем-то, довольно тоненькие, но приятные книги. Вот это, например, про Моцарта, где кратко рассказывали о судьбе того или иного человека. Котики внезапные. Я особенно любила про Бетховена, про Нефертити и про Рембрандта, если мне память не изменяет. Это, кстати, я. Мне 10 лет. Сейчас сфокусируется. Я сижу вот в таком огромном клевере у дома своей прабабушки. Вот это очень классная серия, очень ее люблю. У меня есть сказки Ханса Христиана Андерсена, все о Мумитроллях Туви Янсен и Астрид Лингрен.
Причем вот эти две появились уже во взрослом возрасте. Я их сама купила, когда я уже жила в Москве. А вот эту мне купила мама, когда мне, может быть, тоже лет 10 было. Она очень тяжелая, очень классная. Здесь все-все-все про Карлосена, все про Пеппи Длинный Чулок, про Эмили из Люнеберги и Рони, дочь разбойника. Так что я с детства обожала Астрид Лингрен. Кстати, это переводы Лилианы Лунгиной. Про Лилиану Лунгину есть прекрасная книга, которая называется «Подстрочник». Это ее биография, рассказанная ей самой. Я вам тоже, когда буду снимать свое непрочитанное в Москве, ее обязательно покажу. Напишите в комментарии, кто читал детектива «Черного котенка». Я обожала, но у нас их было не купить, поэтому я брала из библиотеки. Вот уже потом достала два каких-то маленьких детективных романчика. Вот эти книги я тоже очень любила. Сейчас я вам их покажу. История про девочку Нину, у которой дедушка был великим алхимиком, а у нее самой было на руке, как сейчас помню, родимое пятно в виде звезды, которое начинало пульсировать в случае опасности, и дедушка Нина погиб, а ей нужно было разгадать его тайну. И она там пускается в путешествия по разным странам, в Египте, в Венеции. В общем, очень классное приключение. Кто любит детскую литературу или у кого есть дети, очень рекомендую. Тем более, я увидела недавно, кстати, в «Читай-городе», что вышло еще три книги с 2012 по 2017. У меня, например, здесь на коробке написано, что все книги про приключения Нины, но их здесь всего четыре, так что не все. И здесь сверху стоит серия книг про Ирку Хортицу, молодую активную ведьмочку. Ну а мы переезжаем повыше. Мне пришлось снять телефон со штатива. Буду снимать с руки, поэтому извините, если будет немножко потряхивать, потому что стабилизация рук у меня не очень. Вот такая у меня здесь коллекция детективов Агаты Кристи. Мы хотели с мамой собрать всю в таком издании, но цена прям-таки, скажем, кусалась. Одна книга выходила что-то порядка 400 рублей. Агату Кристи можно найти дешевле. Я все-таки думаю когда-нибудь ее дособрать. Я читала, значит, «Убийство в Восточном экспрессе». Конечно же, «10 негритят». Причем на английском. На русском не читала, но много раз смотрела фильм. И советский, и BBC-шную версию. И еще читала «Убийство Роджерта Экройда» тоже на английском, когда занималась языком с репетитором. Вот, про остальные ничего не знаю. Обожаю читать Кристи, когда нужно перезагрузиться. Например, после тяжелых каких-нибудь книг очистить голову отлично помогает. Ну и здесь у меня сверху притаился «Завтрак у Тиффани» Трумана Капоте. Вот такая вот прекрасная Одри Хепберн. Издание «Большие книги». Тут, кстати, кроме «Завтрака у Тиффани» есть рассказы. «Хладнокровное убийство», которое мне очень понравилось. Давайте мы ее откроем. И посмотрим. Кажется, еще «Голоса травы», если я хорошо помню. Да, точно, «Голоса травы». Я ее прошлым летом прочитала просто всю залпом. Роман, две повести и рассказы. Мне очень понравился этот американский писатель. Легендарная полка, потому что моя вообще любимейшая детская серия, это была как раз про страну Оз. И у меня есть книги-первоисточники, потому что многие путают. Сначала были книги Ламина Фрэнка Баума про девочку Дороти в стране Оз, а потом уже российский, ну тогда советский писатель Александр Волков написал свою версию про девочку Элли, уже с Урфин Джусом, с Желтым Туманом, с Огненным Богом Баранов. Это вот чисто наши тоже приколюхи. И еще у меня есть книга Рута Пламли Томпсона, который уже тоже по следам Баума пытался немножко попаразитировать на этой истории. Ну, если честно, она мне нравилась меньше всех, как и я уже раньше говорила про книгу, которую написали после уже смерти Стига Ларсена, когда другие писатели пытаются паразитировать на чем-то наследии, у них не так уж хорошо и здорово это все получается.
Очень много сказок. Я вообще любила сказки. И сейчас тоже немножко воскрешаю свою, так скажем, любовь к ним. Слушаю какие-то лекции по фольклору, читаю какие-то интересные статьи. Хочется в новом году тоже заниматься этим почаще. «Грамматика любви» Ивана Бунина. Что за издательство? Какой-то мир книги. Первый раз, если честно, вижу. Ну и Кир Булычев, томик про приключения Алисы «100 лет тому вперед». И тоже что-то фантастическое, «Покушение на Тесея». Кстати, вот эту я не читала, а вот эту тоже очень любила. Так, знаю, что там сзади прячется Гарри Поттер. Мама спрятала, я бы, конечно, Гарри никогда так далеко бы не упихала. Гарри Поттера, сейчас скажу крамольную вещь, читала не всего, потому что купила уже, когда была довольно взрослая. Я как-то в детстве не особо по нему фанатела. Ну, очень спокойно относилась, например, к фильмам, к книгам. Так. Ух! Книжки упали. Надеюсь, никто не пострадал. Это Ларс Миккинг. 16 деревьев Сомы, автор «Норвежского леса». Какая-то классная история. Я помню, я себе ее не так давно добавила в хотелки на Лайфлибе, а потом обнаружила, что она у меня уже есть. Это вот как раз к вопросу того, что очень хочется как-то каталогизировать свою библиотеку, посмотреть, что есть, перенести все это в Google Doc, чтобы потом можно было по поиску, вообще там в магазинах, например, когда хочется что-то купить, проверять, есть у тебя это или нет. Вот такая вот интересная. Странные, конечно, обложки вот эти. Такие, знаете, крафтовые. И книжки, которые стали для меня открытием прошлого и этого лета. Вот это я читала прошлым летом, а вот эту, соответственно, нынешним. Это, значит, два сборника от Алексея Моторова, тот самый «Паровозов». Это его личные воспоминания о том, как он работал медбратом в реанимации московской больницы в 80-е и 90-е годы. Алексей Моторов сам врач, то есть он знает, о чем пишет. Такие очень классные, теплые, грустные, веселые рассказы. Я бы их рекомендовала даже тем, кто, например, не любит книги про врачей, про какую-то врачебную тематику. Здесь есть, конечно, какие-то описания, но это не прям все как-то отвратительно представлено. К тому же есть, например, очень много рассказов, где Моторов просто вспоминает свою юность, свою молодость, где совсем вообще нет никакого упоминания больницы, или, например, свое детство, рассказывает там про своих родителей, про бабушек, дедушек. В общем, очень интересно, очень такое легкое чтиво. Вот такие здесь прекрасные картинки. Издательство «Корпус». Горячо рекомендую. Вот такая полочка с Джорджем Мартином, который делит ее со Светланой Алексеевич. Вы уже могли видеть Джорджа Мартина на английском, на нижних полочках. Здесь он у меня на русском. Мне вообще очень нравится собирать книги сериями на русском и на английском. Пока у меня только «Песни льда и пламени», но вот хочу еще дособрать «Гарри Поттера», например. Ну и Светлана Алексеевич, ее художественная документальная проза. Помним все, что в 2015-м она стала Нобелевским лауреатом. У меня здесь «Цинковые мальчики» про Афганистан, «У войны не женское лицо» про Великую Отечественную и «Чернобыльская молитва» про аварию на Чернобыльской атомной электростанции. Очень болючие книги, но мне кажется, что прочитать их должен каждый. Даже те, кто как-то не согласен с позицией Светланы Алексеевич, да, она ее вполне себе ясно в своих книгах отражает, но все равно работа по сбору материала проделана просто колоссальная. Эти голоса, многоголосие сотен людей, которые попали во все эти сложные ситуации, конечно, должны быть услышаны каждым.
чтобы показывать вам эти книги, мне пришлось забраться на табуреточку. Не знаю, удобно ли мне будет раскрывать их, но я постараюсь. Здесь у меня такая полочка Крапивина на Рене Абгаряны Донный Тарт, как ни странно. Обожаю Нарине Абгарян, как я уже говорила в одном из своих роликов, считаю ее книги абсолютно душеспасительным чтивом. Манюню прослушала всю вот эту трилогию замечательную в аудио формате в исполнении просто великолепной Елены Шульман. Всем рекомендую. Замечательная история. Вот уже видите, золотые буквы чуть-чуть потерлись, потому что у меня ее читали и мама, и муж, и папа. В общем, все в один голос смеялись. Сборник с произведениями «С неба упали три яблока», «Люди, которые всегда со мной», рассказами, в том числе, Зулали. Тут у меня Владислав Крапивин. Крапивина очень долгое время не переиздавали. Я все никак не могла его купить. Либо переиздавали, но, знаете, в каком-то таком коллекционном варианте. Он прям стоил супер дорого. Но вот спасибо серию «Мир фантастики» и «Большие книги» издательства «Азбука» Крапивина стали наконец-то выпускать доступно. Вот такая красивая книга. Сейчас узнаем, есть ли там картинки. Картинок, кажется, нет. Все равно показывать мне их будет было бы сложно. Вот такой вот увесистый томик. Это, кстати, к вопросу, почему я как-то не особо горела желанием читать Гарри Поттера. У меня были всегда книги Крапивина, я их таскала из местной библиотеки. Там тоже, знаете ли, приключения были, дай бог, каждому мальчишеские. Ну и прекрасная наша Донночка Тарт. Здесь только один ее роман, потому что два других я еще не прочитала. Они у меня в Москве на полках с непрочитанным. Тут, наверное, даже рассказывать много. Да вот не то, что много, вообще не буду рассказывать. Вы все прекрасно знаете, что это за шедевр. Если не читали, обязательно найдите время и прочтите. Сейчас я аккуратненько выложу вот эти книги, чтобы вам показать, что там происходит сзади. Аккуратненько. Аккуратненько. Значит, здесь у нас малое собрание Марины Ивановны. Была летом в Тарусе, в доме, где жила ее семья. После этого захотелось еще больше как-то погружаться в ее творчество. У меня, кстати, лежит небольшая книжечка в серии «Азбука классика» с ее прозой. Надо будет тоже познакомиться. Это прекрасный вариант, если вы хотите узнать что-то нетипичное про царскую семью. Это дневники княжон Романовых. Это реальные дневники, которые вели девочки Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Собственно, если мне память не изменяет, обрываются они с их трагической смертью. Хелен Рапопорт это прям очень здорово осмыслила. Я писала по этой книге работу для семинара по истории, когда училась в университете. Она мне очень понравилась. Это сборник Леонида Андреева «Иуда Искариот». Знаю, что все считают Леонида Андреева каким-то недооцененным писателем и говорят, что у него какие-то потрясающие рассказы. Но я вот как-то, если честно, не прониклась. Мне понравилась парочка, но я даже, по-моему, сборник-то весь не дочитала. Рэй Брэдбери, 451 по Фаренгейту. Но там, конечно же, не только этот роман. Давайте посмотрим, что там есть еще. Даже интересно. А где? Где содержание? Верните. Угу. 451 по Фаренгейту, повести и рассказы. Вот, «Марсианские хроники», «Вино из одуванчиков», «Лето прощай», «Надвигается беда». Очень классно, кстати, что здесь есть «Вино из одуванчиков», потому что оно было у меня в серии «Покетбук». Я дала его кому-то прочитать, и мне этот кто-то книжку не вернул. Не делайте так, пожалуйста. Возвращайте книжки. Сонеты и пьесы Уильяма нашего Шекспира. Ну, тут как бы рассказывать, показывать особо нечего.
Вот такая книжечка «100 великих художников». Без... А, нет, есть картинки. Хотела сказать, без единой картинки. Но картины все-таки есть. И на том спасибо. Конечно, их очень сложно разглядеть в таком качестве. Ну и, наконец, «Ночное кино» Мариши Пессел. Читала я эту книгу в электронке на планшете. Так она мне понравилась, что решила обязательно приобрести в бумаге. Вот такой роман. Игра. Я бы даже сказала, потому что тут есть всякие еще ссылки какие-то. Видите, стилизованы под статьи из интернета. Какие-то моменты. В общем, книжка классная. Мариши Пессел классная. Всем рекомендую. Ну и Жаума Кабре «Я исповедуюсь» купила давно. До сих пор не прочитала. Побаиваюсь, если честно. Вот такая красивенная обложка. Купила недавно его роман «Ваша честь». Все-таки планирую, наверное, начать с него, прежде чем вот к этому красавцу приступить. Разноцветная полочка, которая венчает «Маленькая жизнь» Хани Инагихары. Тоже читала эту книгу в электронке. Разбила она мне сердце, разбила вообще во мне все, что можно. Конечно же, не смогла удержаться и не купить в бумаге. «Рассечение Стоуна» Абрахама Вергезе. Вот, та самая, про которую я рассказывала в своем осеннем прочитанном. Вот, есть она у меня в бумаге. Прекрасная, оранжевая, апельсиновая. Про будни миссионерской больницы в Аддис-Абебе. Про взросление двух разных очень мальчиков-близнецов. В общем, если кого-то заинтересует, я подробно об этом рассказывала в своем первом видео. Ну и здесь у нас серия «Мировая классика». Очень много здесь нечитанного на самом деле. Читала «Фауза». Кстати, очень понравился, в отличие от «Женщины французского лейтенанта». Что-то как-то неовикторианы, видимо, оказалось не для меня. Хотя купила теперь еще Мишеля Фейбера, попробую прочитать. «Лепесток белый», «Лепесток багровый», но не знаю, как у меня пойдет. Что из этого читано? Значит, «Мы», «Собор Парижской Богоматери», но не мешало бы перечитать, давненько это было, «Над кукушкиным гнездом», «Таинственная история Билли Миллигана», «Камера обскура», «Идиот», кстати, «Защита Лужина» недочитана, ну и, в общем-то, все. Так что остается здесь еще прилично. Вот как раз хочу в этом году прочитать либо «Братьев Карамазовых», либо «Бесы». И перечитать еще «Преступление и наказание». Она у меня есть в другой серии, «Синенькая комсомольская правда». Я ее показывала в своем прошлом видео. Это тоже, в общем-то, книжки из моего детства. Вот видите, такие красивые. У них цветные. Немножко. Не сильно цветные обрезы. Мне очень нравился Чук и Гек. Вообще и книга, и история. Мне ее купили в Рязани. Я до сих пор помню, куда мы ездили в цирк. Она такая замечательная. Вот с этими цветными классными штучками. С картинками. Сейчас я вам покажу картинки. Вот они. Здесь не только, кстати, Чук и Гек. Здесь и Тимур, и его команда. И «Голубая чашка». В общем, самые разные произведения Аркадия Гайдара. Вот такие красивые «Дети капитана Гранда». «Вениамин Каверин», «Два капитана». Кстати, не читала. Купила, но не читала. «20 тысяч лье под водой», Жюля Верна. Таиса Финская. Иван Ефремова. И последняя у нас здесь «Гиперболоид» инженера Гарина. Такая немножко русская фантастика от Алексея Толстого. Потом уберу. Ну и белая полка.
Как вы видите, да, мама моя расставляет книги на полках рандомно. Как я уже говорила, поскольку все-таки полки находятся не в моей квартире, я здесь уже не хозяйка, живу в другом месте, я ей никаких условий не диктую, она здесь их расставляет как хочет. Вот когда перееду в свою квартиру, буду там уже как-то сортировать по цветам, не по цветам, но я это к тому, что вот видите, единственная все-таки белая полочка. Здесь у меня неаполитанский квартет, мой любимый. Ой, Елена Ферранте. Недавно прочитала еще одну ее книгу, уже в отрыве от неаполитанского квартета. Очень не понравилось. Скоро расскажу, почему. Это тоже книжки из моего детства. Бетховен, если помните, был такой фильм из нескольких частей. Это как раз книга, по которой он был снят. Очень добрая, очень классная. Ну и куда же, наверное, на всех детских полках без Денискиных рассказов Виктора Драгунского. «Хоббита», честно скажу, начинала несколько раз читать, но так и не осилила. Что-то это как-то не мое. «История России», «Толковый словарь» и вторая книга Гузели Яхиной «Дети мои». Понравилась меньше, чем «Зулейха», но тоже было неплохо. Третья «Шона Самарканд» лежит у меня в Москве на полках с непрочитанным. Ну и здесь сверху у меня притаилось два томика интеллектуального бестселлера. Это «Облачный атлас» Дэвида Митчелла. Читала очень давно, уже, если честно, плохо помню свои впечатления от этой книги, но вроде как мне понравилось. А вот это «Кадзуо Исигуро» тоже книга, которая мне разбила абсолютно сердечко. «Погребенный великан». При этом его самое известное «Не отпускай меня» мне как-то не зашло. Я уже 2 или 3 раза за нее принималась и в печатном формате, и в аудиоформате, и все никак. Ну и здесь у меня еще Александр Чудаков «Ложится мгла на старые ступени». Вот такая прекрасная обложечка. Очень добрая, очень теплая семейная сага. Тоже, если вам захочется чего-то эдакого, обязательно почитайте. Ну и я, наверное, на этом буду заканчивать. Baby, you give me ice and fire. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Это было нелегко, но мы, кажется, справились. Я очень рада, что вы отправились в это приключение со мной. Я очень давно сама не перебирала книги на этих полках, и я была рада разделить его вместе с вами. Если вам понравилось это видео, поставьте мне лайк, напишите комментарий, или, может быть, даже подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Ну, а я надеюсь, что в скором времени порадую вас еще каким-нибудь интересным видео. Ну, а пока будем прощаться. До скорого!